есть такие кружки, симпатичные в виде тыквы. Хотя еще до Хэллоуина далеко, но уже вот, пожалуйста. Всем привет, мои дорогие. Мы в Старбаксе. Сейчас проходили мимо и захотелось зайти взять что-то попить. В этот раз безо всяких сладостей, без выпечки, только напитки взяли. А у нас такая погода непонятная. С одной стороны тучи, с другой стороны там вот солнце. И только что гремел гром, на море волны сильнейшие. Возможно, сейчас даже и польет. Обещали дождь сегодня, но пока вот как бы не было дождя. И мы тут сидим под зонтиками. Ну, если будет дождь, в принципе, нам недалеко идти. Но если попадем под ливень, конечно, промокнем. Но уже как будет, так будет. Вот. Сегодня как-то, сегодня не жарко, меньше 30, но как-то влажно. Ну, видимо, из-за того, что дождь идет где-то. А у нас всегда все в последний момент бывает. У нас такой здесь вот хороший микроклимат всегда проносит. Где-то ураган, где-то ливни, где-то что-то у нас нет. Ну, может покапать так немного или набегут тучи, поднимется ветер, волны. И в основном на этом все и заканчивается. Ну, иногда, конечно, бывает дождь. И сегодня, может быть, мы попадем под дождь. Вот. А так пахнет свежей рыбой. Ветер так дует, вот в эту сторону влажно. Ну, редко здесь очень бывает влажно, но вот сегодня такой влажный день, уже сказала, из-за чего. И пахнет такой вот свежей рыбой, свежестью моря. Но волны, конечно, очень высокие сегодня. Прямо очень. Ой, сейчас такой ветерок дует, и прямо свежесть, так приятно. Ой, очень приятно. В общем, покажу вам сейчас, что мы взяли. Попьем, даже, может быть, немного посидим и по дороге будем допивать. Просто гремит гром, я не знаю, то ли тут пересидеть, переждать, то ли пронесет и ничего не будет. Ладно, это не важно, в любом случае не сахарный, не растань, да, как говорится. Вот что мы взяли сегодня, напитки. И вот, смотрите, здесь тучи. Они не такие серые, чистые, как на камере. Они такие, знаете, молочные в жизни. А камера показывает, как будто бы они такие серые-серые. Вот, это вот с этой стороны. А с другой стороны, видите, какое голубое небо. Вот такой вот контраст. С одной стороны так, с другой стороны по-другому. Идем мы сейчас, уже выглянуло солнце. И тут такой гром только что был, такой гром. Я вынимаю телефон и, конечно же, не успеваю, потому что все, прямо так громыхало все. Вы себе представить не можете. И уже распогодилось, можно сказать. Тут вот только немного тучи, а там уже вообще солнце, все отлично. Но это было так необычно. Как говорится, гром среди ясного неба. Вот прямо именно так оно и было. Нет, уже, наверное, все. Больше ничего такого не будет. Ну ладно, нет так нет. И все-таки пошел дождь. Но мы уже практически у дома. Тут везде деревья. Так что... Ой, слышите? Ой, как мы сейчас пойдем? Нам надо перейти дорогу, собственно говоря. Там тоже деревья. Видите, прямо вот. Я не знаю, видно, по-моему, видно. Солнце и дождь, ливень просто. О, подутих, бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно, будем мокрые, ладно, ладно. Ничего страшного, главное, что мы уже почти что у дома. Ой, ой, ой-ой-ой, сейчас будем как мокрые курицы. Лидуль, тут главное не упасть, у меня уже ноги мокрые все, поняла? А, ты более-менее такой закрытый, полузакрытый, а я в открытой обуви иду, и у меня мокрые ноги. А Лидуша вот... балеринках. Ладно, в общем, будем сейчас
как-то пробираться сквозь дождь. Все. Все, добежали домой, я как мокрая курица. Видите, да, все волосы мокрые, платье тоже мокрое, но ничего страшного. Собираем вещи, там вещи, тут чемоданы. Вот, так что нам уже сколько, несколько дней осталось, и мы переезжаем. Вот чемодан один, тут зимние вещи здесь, пакеты лежат. Вот, так что уже все в сборах. Там тоже что-то на столе лежит. Обувь уже я тоже убрала, собрала. Тут вот осталось то, что мы носим прямо сейчас. Такая вот обувь. А то, что несколько дней надевать не будем, то у нас уже в чемоданах. Все, переоделись, я собрала волосы. Я, кстати, заметила, что я волосы собираю только на море. И то в тот момент, в основном, когда я захожу в море, выхожу, я их распускаю снова. Вот какая-то привычка такая. Раньше я чаще собирала волосы, ну и вот сейчас, когда такой случай, волосы промокли, превратились в мокрую вату, и я их собрала. Могла подсушить, конечно, феном, но как-то неохота было, решила я их собрать, потому что сейчас еще вещи тоже надо собирать, чтобы они не мешались. А так, в общем-то, иногда дома я собираю волосы, либо вот на море. А раньше я чаще собирала волосы, делала какие-то прически, пучки. Сейчас почему-то мне больше нравится ходить с распущенными волосами. И вот собираю вещи уже несколько дней. И я, знаете, о чем подумала? Вещей у нас не так много. Кстати, я об этом писала в Телеграме. Если вы на меня еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Там и рассказ мой, который я недавно написала, ну и многое я там пишу. И контент не дублирую, он у меня везде разный. Ссылка будет внизу под этим видео. Так вот, интересно то, что у нас два чемодана. Ну, еще, конечно, когда мы переезжаем, у нас одна сумка еще, сумка-чемоданчик, такая маленькая, ручная. И могут быть еще какие-нибудь большие пакеты, если у нас остается еда какая-то, да, то мы это с собой перевозим. И также какие-нибудь шампуни, может быть, стиральный порошок. То есть вот набираются такие мелочи, да, и мы их тогда перевозим. Хотя сейчас я стараюсь вообще ничего не заказывать из еды. И вообще ничего уже закажу, вот сделаю заказ уже туда, чтобы это все не перевозить. А то один раз у нас было, мы переезжали, у нас было столько пакетов. Я как-то не подумала, как-то все осталось. И вот кроме наших чемоданов с нашими вещами, мы еще вот перевозили это все. Вот. И чемодана два. Ну, они такие большие, не самые большие, но больше, чем средний размер. Ну, можно сказать, большие, но не огромные, да, эти чемоданы. И там наша одежда, то есть два чемодана у нас. И я вот как раз-таки писала о том, что, в принципе, можно совершенно спокойно жить с двумя чемоданами, то есть по объему вещей. Но тут я еще должна добавить, что у меня эти большие секретные пакеты, и они, конечно же, экономят место, то есть это получается как минимум x2. Без них, конечно, мы бы не уложились бы в два чемодана. То есть у нас все вещи, которые нам нужны, все необходимое и даже больше, я вам скажу. Вот мы выбросили недавно 10 мешков одежды, там, правда, были еще коробки из-под обуви, из-под новой обуви, но все равно, ну, пускай 8 мешков одежды, да, мы выбросили. То есть мы постоянно пересматриваем одежду, обувь, выбрасываем, покупаем новое, то есть как бы мы не копим, да, то есть у нас нет какого-то хлама, каких-то вещей, которые мы не носим, они просто там лежат или висят где-то, такого практически нет. Ну, может быть, если так вот, знаете, посмотреть таким вот взглядом, да, внимательным, может быть, что-то и будет, но вот мы еще пересмотрим и выбросим, я так думаю, кое-что. И еще, когда приедем и
будем развешивать вещи, еще раз все посмотрим, подумаем, что к чему и как, и, может быть, тоже что-то выбросим. То есть мы постоянно выбрасываем и взамен покупаем, либо наоборот. И в результате у нас есть все, что нам нужно, все сочетается одно с другим, то есть, да, все вещи правильные во всех смыслах этого слова, все хорошие, и как бы вот так, то есть больше вещей иметь не нужно, вот просто на 100%. Поносил вещи, надоело, выбросил, купил что-то новое. Вот, я сейчас, кстати, тоже смотрю, там кое-что хочу заказать из обуви, из одежды тоже, но много заказывать не буду ни в коем случае. Но это так вот постоянно, да, постоянно что-то ты заказываешь, тебе что-то нужно постоянно. Это выбросил, надо то, или что-то увидел, там захотел купить. То есть это такой бесконечный, да, вот как процесс. Вот, нашла одну обувь, очень-очень мне понравилась, просто очень единственная. Я хочу по размеру уточнить. Я вот им написала, они мне еще не ответили. Хочу уточнить, потому что я читала отзывы. Ну, отзывы великолепные. Но единственное, кто-то написал, что лучше возьмите на размер больше, потому что, ну, вам так будет комфортнее. В общем, подожду, что они мне ответят, и закажу. Ну, наверное, закажу через несколько дней, чтобы уже заказать туда. Вдруг они быстро привезут, чтобы не получилось, что мы уехали, они привезли сюда. Вот. И что еще, что еще? То есть одну пару нашла. Главное, чтобы остался мой размер, чтобы так не получилось, что я подожду 2 дня, а размера уже не будет. Ну вот я жду их ответа, но я по-любому сюда уже не успею заказать. Пока я закажу, там день, 2, 3, может быть, и все. И то есть как бы я, ну, как бы они могут привезти, и что, и потом везут, и потом ищи ветра в поле. То есть это мне не надо. Но я надеюсь, что будет. Долго искала, и вот прямо нашла то, что я хочу. Вот, и еще тоже хочу другую пару обуви, но пока еще не нашла. Смотрю, но что-то как-то вот мне не очень. Вроде и нравится, но в то же время какие-то сомнения. А я, знаете, как люблю, вот увидела все, и заказала. То есть, чтобы не было никаких сомнений. Когда начинаются сомнения, значит, это не твое. Вот. Да, и вот секрет в том, что мы стараемся не покупать ненужных вещей, стараемся, хотя, опять же, таки тоже по-разному бывает. И самое главное, чтобы все вещи сочетались одно с другим, чтобы можно было формировать разные комплекты. Вот это самое, да, вот важное. Вот, так что да, вроде бы вещей не так уж и много, хотя если копнуть их, все равно много получается. И я вот собираю, и, ну, я понемножку, то есть я не целый день, вот у меня минутка выдалась, я быстренько раз, все собрала. Потом там что-то другое делаю, потом снова раз собрала. И, ну, я просто люблю все делать заранее, я хочу накануне собрать прямо вот все и просто отдохнуть. И все, и потом уже переехать, и нам будет как раз-таки легче все это разбирать. То есть у меня один чемодан зимний, один чемодан летний. Вот. Так что такие дела, мои дорогие. Что еще вам хотела рассказать? Ой, как-то тут уже темно. Я села записывать, было нормально. А сейчас я смотрю, уже как-то темно, что ли. Но я попробую добавить свет. Ой, ладно, тогда все, уже буду заканчивать это видео. Как-то очень странно получилось. Еще совершенно не темно, а здесь вот я сижу на балконе, здесь как будто бы темно. А ладно, мои дорогие, все, я это видео заканчиваю. Благодарю вас за внимание, всем отличного настроения, удачного дня и, конечно же, до скорой встречи. Всех целую, обнимаю, и пока-пока из Афины.